Вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции этой осенью ожидают в Алматы. Власти готовятся к наихудшему сценарию, а потому количество мест в стационарах до 1 октября планируют увеличить еще на 1000. Об этом рассказал аким города Бакытжан Сагынтаев на онлайн-брифинге. Уже к концу лета 500 коек развернут на базе центра оказания специальных социальных услуг, куда будут госпитализированы больные с тяжелой формой коронавируса. Еще 300 появится в сентябре после завершения строительства модульной инфекционной клиники. Кроме того, под временные госпитали перепрофилируют две гостиницы, а это еще 200 мест. Отмечу, на сегодня загруженность стационаров снизилась с 90 до 47%. Создали центр анестезиологии и реаниматологии. Группа быстрого реагирования забрали лучших специалистов, которые мониторят всех пациентов, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Мы выделили деньги. Сейчас 8 клиник первого эшелона, которые работают с тяжелыми больными, начиная с 24 августа по 10 сентября, они будут обеспечены на все 100% именно вот стационарными системами подачи кислорода с нейтрализованного.